Куда печать это сдать, я что-то не помню. Около совета там дальше. А, это туда, да. Ладно, потом. Ну, да, ладно, пойдем. Слезы сделаем. Не, ну а что сделаем? В тот раз почти сделали. Ну как, у нас вар умер на суровом, и потом танки что-то. Вар, говоришь, надо повторить тот рейд. Без вопросов. Так, осталось 3 босса. Сделаем на йоге этих 9 мобов? Не, другой раз, только там надо, блядь, ебаться. Ты чё там ебаться-то? В принципе, если с ХМ лут не нужен никому, 232-й, то можно запустить хранитель и попробовать. Ну, да, там дрочи вот такое долго. С первого раза лет не делал. Там вся фишка в РНЖ, типа, лосать надо мобов, чтобы они рейд не захуяривали. А так копятся эти мобы, забегаются, но уже танками, хуянками. Все активируются, блядь. Все. Или может... А если ты не против, что твой там РТ может пострадать, то можем поебаться. А ну-ну-ну, никаких ебаторий, ребята. Давайте поебем, ты чего? Ебись он свой дом, вам как раз подходит, блядь. Выходит из-за стен, что сделать? Следующий раз, может. Да, будем делать в следующий раз, потому что, да. Давайте без смерти тогда сделаем его. Сохраните меня. Так просто не умирайте, блять, хули там, блять. Да, логично, блять, логично. Вот как ты сказал. Но мы в прошлый раз сделали без хранителей и сделали отчего-то. Что вам повезло? Ну он тебя обманывает, мы в тот раз с хранителями делали как раз. С хранителями, я говорю. Блять, Англис, нахуя ты лезешь туда? Ты думаешь, мне так заебись тебя хилить? Да но... Когда у тебя просадки, блять, фулл хп в секунду. Жал, глухую нажрал. У тебя нет глухой. Так, блять, и так на каждом, сука, трэш. Да нет, и чё, не надо. Вот читер, блин, глыбу прожал. Что я только сними? Ты слышал насчет Шейма? А, мы гет делаем? Да, да. Хэм? Понял. Я не буду снимать, а этот макро связаю. Ну тогда смотри, если что, войс тебя уничтожит потом. Сколько раз делали, ни разу не запорол. Блядь, ну куда ты? Ха! Видел? Как ты реакция? Ты же умер. Я вижу, уже дохну, вижу, там три себя не тащит, блин, думаю, ладно, возьму. Я не доставал тебя, блядь. Да, шарик. Рискованный пацан, да? Свались туда. Когда самостоятельно какой-нибудь моб захуярит, блядь. За что? Не то и дело на него бегут, блядь.
Суслик, покажи мастер-класс. Как танчить мага? Я уеду жить в Лондон. Его будет сниться. Слышишь? Трися. А. Здесь же нужен этот, только один танк, правильно? Да. Ну так давай в ретрика. Да не, нахуй. Давай кнопку танчит, а я в кота. Да. Будет мана не нужна, он будет ебашит. Это у меня, сука, размах, эта трёпка, она по двум целям бьет, могу убить. Сука, если он появится прямо под боссом. В смысле, трёпка разве по двум бьет? Да, с него. Ну я под боссом, ну вы смотрите, там сова с престом в одной точке, допустим, слева, а хан с магом справа. Твой хан с магом справа. Пекаю на пол. Там чё, Ваня танчит, да? Да, да. Каску дай себе медведя, сове. Дай каску, Саня. Все готов. И лапу. Погнали, ты не ход. Друиды лапу, вот все есть. Каску по престам. Каску по престам, канон бафни. Еще раз чек. Все готовы? Может, все начинать. Или первый. Смотрите за гротом. А чего делаем какой? Да, саранитовые пары не бей. Али, только смотри, ты по мане не сядь, а то тебе еще надо будет врага на публику. У меня это через змею резается на сайте, я что хотел сказать. Mm. Так, оно сейчас опять по мане просяет. Кто-то хера оставлять. А кто сбивает косты? Нет, я не сбиваю. Тут опоры эти идут, ребята, аккуратно там. Че, может стопли? Да не, до миллиона довести потом. Стопнуть. Заебал ебаный босс, пидор, блять, лицом поворачивается. Ну чё, сталкиваем? Да ещё побейте. Вы типа 9 этих хотите, что ли? Всё, стопайте. ДД по боссу. Змеили. Что, тут эти пары в миллионе, да? Их кто-то бьет. Алло, блядь, кто их бьет? Ну, сука. Кто бьете? Кто убили? Подойдите, кто, блядь, бьет? Протопал. Нахуя ты? Ну, молотом, у него же молотом по двум вроде бьет. 13 кусков.
убивайте нахуй, давай, убивай нахуй пизду, блядь, ну его нахуй. Не упадет этот. Забивай. Хочешь. Мозг ебать будем. Пизду, блядь. Какие ужасы вас. Сорян, вот. Давай. Зачем на БДК? Внутри не нужна. Она на мишку не идет, потому что мишка не парирует. Ну, про товари у меня есть такая. Это а, потом же уже надо бил. Что это не экономили? Тут у Каноба и у него дома квартипарк. Ну да. Так это уже потом было, когда сказали, давайте убиваем, он, наверное, стал в страхом. У меня тоже так кажется. Ну тогда. Типа, нет, я смотрел. Там, когда первая спора умерла, только у протопала была. Да, это, ну, мой косяк. Я убил эту херню ничего. Ну, у меня это, печатка, я завтыкал сменить. Не, не в печати дело, а молот бьет по двум целям, по-моему. Реально, это быстро, да. Два и... Заняться и запустим, но нам убьем смецей. Я так и без мало. Пойдем. Это надо подниматься, мобов бить. Там два моба всего, блять, возле Мимирона и все. Береги себя. Ну тут человеку надо ачива. Можно нахуй сохранителями сдохнуть. Тут же изи, тут десятка, блин, тут за одну комнату переводится все. Просто если, ну вот... Давай, если один человек умирает, ты на следующем КД собираешь рейд, ты делаешь атом с кочью. Сейчас он скажет нас и кинет нас потом. Угу. По-любому. Все, ждем выйда. Так там с ХМа лут какой-то, он просто не нужен, наверное, никому. Там, чё я за пухой только ходил. Ну, людям надо ХМ, я не знаю, нахуя рецепты. Сложный режим, ну-ка. Вообще пофиг так-то, чё? Поезд хороший. Кто в войс идёт? Портал. Соня, чё? Порталы Хаупер Суслятинка, Прист и Сова. Хаупер Суслятинка слева, Прист, Сова справа. Ну и Триня, блядь. Окей. Да там один Фурик может всех разнести. Надо, пусть Фурик побьет тут. Щупальца большим, пока оно станет. Сися, быстро, блин! Чего? Давай, вот лети быстро, блядь. Быстренько, 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 ребята, у меня форс-мажор. Чё? Обосрался, что ли? На натуре форс-мажор, Войт, лети давай. Только я 20 секунд уже осталось. А чё, тебе уходить надо ещё? Да-да-да. Нам ещё слёзы делать. Я даже зеленую власть включил. Нет, ты не идешь в порталы. А что тебе надо в порталы? Тебя, бля, плюс ноль, там бы хил не помешал. Нет, там, блядь, без хилов все делается. Плюс ноль.
Я просто был в одном, чуваки вообще не знали, что делать в портале. Я одним варом все щупальца сливал. Я просто им сказал, стойте, сука, смотрите на мозг. Как можно его бить? Бейте. Все. Ладно, пойдете, как говорил. Слева Хант Мак, справа Сова Прист. Не удивлюсь, если у меня в десятке спит этот портал. К мысли бесполезные, он в мозг вольет, заебись. Да. Не, ну этот-то да, ну пусть хотя бы немного что-то делает. Ой, там портал, если что, есть, не надо пешком через всю льду бежать. Я в курсе. Вон, блядь, пешком. Чекаю на пул. Оп. Стойте, не идите, а то сейчас запустите. Че, у Вани нету? А что-то там произошло. Может, кошка рожает или хуй знает. Блять, а если мы сейчас запустим, его дверями размажет или нет? Он же паладин, его не размажет, сплющит только. Он так плоский. Да ну, ты где там потерялся, блин? Шли босса бить. Не, походу, обосрался. Да, блядь, суслик, или ты меня наебал? И она тут не падает на этом сервере, или я хуй знает, я уже заебался туда летать. Вроде в Атласе есть, но это пиздец. Которая с огненной пропасти, что ли? Нет, которая в этой, блядь, пустоверке фармится рецепт. А на что за рецепт? Да, Йокалга. Ну все, больше боссов нету. Трисси, ты можешь зачарить на 3 центы? Не надо, я сам, сука, ее выбью или задоначу. Что за зацеп? 30 к интеллекту. Значит. На щит или на пушку? Ну или на пуху, по-моему. Че, может без него пока ебанем? А вот танк, это что, ебанулся что ли? Нормально, че. Сдохнешь на третьей фазе, блядь. Почему? Там мобы-то вообще не бьют. Го. Только подождите, блядь, пару минут, че ты доебался, говорю, подожди. А он не говорил, насколько это идет. Потом еще будем ждать. Окей, говорю, что это идет. Все, я здесь. Вот. Я тут вот кикать уже хотел, блядь. Дурачок этот, блядь. Хули 500 ИП, блядь, 3 часа сидел. Чекаю на пол. 3 часа, нахуй. Мы не за это пришли. Три часа-то ебанутые, блядь. Все готовы, танки погнали. Сколько уже? Часа два, может, не больше. Ну так сейчас Алголона убьем, три будет. Но. Ты за ЕП шел? Да. Ну я дальше нет. Это смех, блядь, с ебучего обсидианового святилища, блядь, 300 ЕП за дракона, нахуй. А за ульду, блядь,
500. Да бибу пизды дать. Или сказать, пусть нахуй отменяет этих драконов ебаных, куда он там ходит постоянно. Да он не ходит, блядь. Блядь, поднимает за ульту. Я говорил, блядь, хуйняет 500 ТП. Ну что-то с фейкастом, блядь. Вы все гонят. И этому надо пизды дать тоже. Это умный сильный. Ходит никуда, ты говорит, давайте посрезаем везде ИП. Чё, чего делать? Моба забери. Откуда их столько, блядь? Добивайте. Чудовище из ваших кошмаров. Следующее КД, короче, блять, это будет ачива с ебучим этим престом. Бить. И может попробуем эту хуйню сделать на Фрее. Мобов свести убить. Фрея? Сзади щупали. Тут дровосек или чё там, блять? Гомосек. Откалка отойдись. Бесит. Все, большое убили, все уже. Нихуя себе СДД. Там типа ждешь элементали вот этих, которые по 3 выходят, 2 пачки. Он про травосек говорит, где больших убить. Бегите, хлопцы. А, да. По 3, блядь. Это вырубка. Это у меня вырубка. А гомосек это 3 больших, да. Пак, бегите. Кстати, не разбейте его, а тут он лучше. Порталы, порталы. Бег большое. Вещитесь большое, пока его можно бить. Ах ты, зараза. Иди большое, хуя. Слятин, какие-то там щитов какой-то. Вот слятин, как-то интереснее, не? Раньше было. Сейчас у меня актуально. В смысле? Ну, блядь, сложнее раньше было. Черепов больше. Мобы бьют по 20 тысяч, нахуй. Не по 10. Не по 30. Е, бой перевели. Суслита хилим. Давай, Геру. Смотрите за кастом моба Геру, давай. Изи. Смотри, мобы даже боятся меня, нахуй. Смотри, спрятались. Вон, край, край комнаты уже. Это, кстати, тоже хуйня какая-то. Раньше их тут, блядь, помню, бегало, пиздец. Сейчас они половину там дрочат сзади. Он тоже завейдился. Ой, лол. Зассал просто. Ну просто видит, Войд стоит, нахуй. Ну его нахуй думает. Все, блядь. Вот, невероятная сложность убить без смертей. Да ну. Опа. Да ну. Тринка какая. Че, еще рецепт упал, ебать. И плечи. Охуеть. Кто не знал, что ли? Первый раз вижу, чтобы она выпала за сколько лет, нахуй, за 5, наверное. Кто кого? Триню вот эту ебучую. Пидор, блять. Нихуя себе. Чё, кто строил?
Гей какой. А, это воин, да. Что, слезы делаем? Ну, пробуем. Это, вместо... Хотя это трини, если ты, блядь, уже сделал ДКшный какой-то лачигу. Блядь, руки согрелись. А у тебя последняя шмотка, это, да? Не-не-не, ну пусть у тебя будет. Это, слышь, поставишь метки на звезды какие-либо? Я солью. Давайте руки бить. Нахуй не вам. А, ну тебя согрели, что ли? Угу. Ну, бить. Я тебя в шее застрял, сука. Ой, здесь чего-то не хватает, да? Блять, люди пишут, а куда у нас будут обычки? А я не ебу, блять, я не знаю. Напиши ВИЧ, блять. Фоп, нахуй. Помещение завершено. Короче, Ралли, я не буду ставить метки, ты просто ебашишь, если она не в миллизоне звезду, и когда, ну, уже подходит хп к концу, просто предупреждаешь, что сейчас дыра будет там. Ну, просто говори, звезда, я понял, ладно, все понял. Нет, я на второй каре, короче, буду забирать. Ну, на суровом ударе, на втором суровом ударе. Вы тоже ебалом не щелкайте, отбегайте от звезд. У вас не так тут дохуя. Не, ну так это понятно, что надо отбегать, даже если там она стоит где-то около совы, например. Надо узнать от нее отойти. Ты ее нахуй не засосала, когда ты разобьешь звезду. Англия, в калку, где? Алло, блядь. Бежим, бежим. Чё, сдохли, что ли? Не, мы этот квест давали. Сука. Мы целовали за углом, нахуй. Ну, бля, ой, ты иди нахуй. Ты пидорскую хуйню разводишь тут. У меня малая стоит сбоку, говорит, вы там не говорите много, блядь, взяли, собрались, убили и ушли, блядь. Одна шарит, блядь, что надо делать. В натуре, блядь. Пойду их встречу, блядь. Бля, надо на ханта сделать двойное, блять, одеть его там с РС-кой позабирать все нахуй. Ты Аркана все собрал? Ну все, пускай делает себе. Я просто хочу посмотреть, там может какие шмотки на дух еще паролить, всякая хуйня пострадает. Ну, там не 16к давать, там а 11. Ты о чем типа? Ну, мага там одеть, шмот с духом и критом, да, всякая хуйня. Да не-не, это хуйня. Я уже тестил. Не пришли. Ты тут? О, блядь, а тапки еще надо, кстати, да, где-то взять. Там тапки, пояс, наручи, по-моему, джезл, блядь, еще и все, по-моему. Слышь, можешь поржать? Короче, сейчас искал выслеживание. Знаешь, кто Алгалом, блядь, элементаль ебаный? Так да, а ты не знал, что это? Нет, блядь, только сейчас, блядь, понял. Чекаю на пул. Короче, бегаем от кары, в дыру заходим. Остается... У тебя столб есть этот, символ на тучку? Да. Вообще огонь, блядь, у нас приз будет оставаться всегда. Все, начинайте, танки. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон, вот, блядь, первое послание к свой делу по товарам, прикинь.
начинал портопауз. Надо было просто подождать, наверное, после первого выхода Тальнула. Я уже говорил или нет, что это, ну, было бы классно бить Алгалона под ЛСД, тут столько всяких классных штук. Бля, что-то я не бухал давно, надо как-нибудь в пьяный рейд сходить. Там реально идешь вообще. Убивай, что готовьтесь. Кара там, смотрите, падала. Разбиваю вторую. Подойди. Убиваю, готовьтесь. Убиваю, готовьтесь. Бля, суслятинку за хил. Суслятинку за хил. Чё он там, блядь, стал? Эконом, забираем. Я же исчезну сейчас, алло, блядь. Чё это за хил? Он улетел, наверное, на каре. Чёрный лимон, отойди. А, прячемся. Бля, не успел. Все, убивайте. Поднимать? Ну, можешь поднять, да. Не надо, не надо. Забрать? Разбивай звезду, аккуратно. Да, придержи. Разбиваем вторую. Узрите чудо созидания. Блять, у меня пета засосала, сука. Прыгай за ним нахуй. Пиздец. Ой, забери, я зайду. У меня БЗКД. Мы за его убьем. Так уже вторая фаза, куда ты там идти собрался? Я что-то, блядь, проебал. Кто-то нам слезы запорол, да? На самом деле это такая хуйня, тут любой может запороть. Да понятное дело. Не, ну у меня есть они неплохо. Так, на ИП кто-то будет перезаходить? Давай, заходи. Мне на капу начислите точечно. Мне да, просто... я кину. Угу. Мне просто отвалить надо. Спасибо. Всем хорошего дня. А тебе тоже спасибо. Короче, написи закиньте, мне к стоматологу надо срочно, извиняюсь. Я потом... Да, надо закинуть. Написи. А, все, я понял. Чувствовал. Ничего. Он перезаходит еще. Я буду через час, там Войд. Собери какие-то резки. Я бы хотел попасть там... Там два человека еще надо на ИП. Так, я понял, еще кто-то один, суслик, заходи.